Друзья, 27 апреля 2023 года, рыболовный клуб «Зеленый берег». Друзья, дневной улов Александра. Саш, привет. Добрый вечер уже. Вечер, да. Так, сколько у нас хвостов? Мы что-то не посчитали, не подготовились. Хвостов, наверное... 4, 8, 10, 16, 17. 17 хвостов, друзья, за день. Посмотрите, друзья, навесочку Александра разнообразные. Есть и старые партии, есть и новые партии. Как бы всякой полно, Саш. Делись, на что у тебя поклевала рыбка? Делюсь. Приехал, еще темно было. Три штуки на светонакопительный либру, червяк. Три на Coolblaze пальто после запуска. Остальные блесна, резина пару штук, а так в основном блесна. То есть в основном все на актив, да, было поймано. Три оторвал блесны. Так, давай честно, у нас там на форуме пошли какие-то эти дебаты, то, что целенаправленно багрит рыба. Целенаправленно было что-нибудь забагрено или подбагрено было что-то? Подбагрено было три штуки. Три штуки, честно. Друзья, три, честно, подбагрено. Ну, да, изобилие рыбы, просто она черно все от нее. Там... Ну, я про это говорю, я тоже пробовал как бы в обычную проводку, не подтвичивая ничего, она подбагривается, то есть прям, ну... Это уже как бы... Тяжело без этого обойтись. Ну, я понял. Короче, друзья, 17 штук, дневной улов. Нет, Александр. Отлично, отлично. Спасибо, ждите в гости. Ну все, до новых встреч, будем рады. До новых встреч.